На сколько ты выспался? А? Сколько? Ну я просто устанавливаю по стандартам, что, как она положена работает. Начинаю с 30 секунд, да? Давай. С 30 надо? Да. А потом что, ты мне скажи мне что? Я тебе свистну, когда убрать горелку. То есть мне когда подносить? По зеленому свистку. Зеленый свисток. Пошел. Двадцать секунд. 25. 30 убираем. Блин, ну какое тут самостоятельное горение? Самостоятельного горения нет. В общем, давай не минуту поддержим. Минуту ждем, да? А потом мы его повернем. О, раскаляется. Да, что-то появляется красное свечение. Да не, он самостоятельно горит, явно. На вертикали. 40 секунд. Пятьдесят пять секунд. 750 градусов, это одна из мощных горелок. 750, ты по идее должен загораться, да? 750 градусов за минуту она выходит. За 50 секунд она набирает температуру 750 градусов. Ну если он за полторы не загорится, то я не знаю, да. Ну интереснее его повернуть все-таки. Давай еще вот прямо рядом здесь вот еще сделаем полторы минуты. Да, по зеленому списку, да? Может, я трубку под нижней этой протащу? Че? Нормально. Так, еще раз. Готов? Да. Три.
45 секунд. Семьдесят пять, восемьдесят пять, девяносто. То же самое.